Лотерея «Саты Жулдыз» продолжает радовать казахстанцев крупными выигрышами. Житель Астаны отгадал 5 чисел в еженедельной тиражной лотерее «Лото 649» и стал обладателем 480 тысяч тенге. Наша съемочная группа сегодня пообщалась с счастливчиком и выяснила секрет успеха. Насиб Кали играет в лотерею уже много лет и даже выигрывал несколько раз. Однако это его первая крупная победа. Поэтому пенсионер на всякий случай пожелал скрыть лицо. Победитель сегодня немного взволнован, ведь выигрыш принес ему 480 тысяч тенге в лотерее «Лото 649». Всегда надо надеяться на выигрыш. Это, конечно, случайность. Но, тем не менее, надо надеяться всегда. А иначе какая? Ну, во-вторых, это как-то просто ради спортивного интереса. Просто ждешь, когда-нибудь вдруг совпадет 6 номеров или 5, 4 там. Лотерея «Саты Жулдыз» предлагает казахстанцам 3 тиражные лотереи «Лото 649», «Кена» и «Три семерки». И моментальные игры «Три алмаза», «Жумарт 3», «Три семерки». Продавец торговой точки, куда ежедневно приходит сегодняшний победитель, уверяет, что люди стали чаще играть и чаще выигрывать. На сегодняшний день сумма выигрышей, выплаченная «Саты Жулдыз», превышает 300 миллионов тенге. Кена ежедневно, его хорошо играют. Три семерки у нас мужчина, вот женщина приходит, он по телефону все время заполняет. Я не знаю, в каком этом он хорошо выигрывает. Он меньше 5000 никогда не выигрывает. 6 из 49, вот с воскресенья начинают до среды, покупают помногу. Выигрыши тоже хорошие. Тиражные лотереи «Кено» и «Три семерки» проходят в эфире 31 канала ежедневно. Главный приз лотереи «Кено» – 10 миллионов тенге. Стать участником розыгрыша «Лото 6 из 49» можно каждую среду. Стартовый суперприз – 20 миллионов тенге. Обладателем выигрыша может стать каждый казахстанец, достигший 18 лет. Для этого необходимо купить лотерейный билет и довериться удаче. Илья Рыбин, Дидар Елеев, Информбюро, Астана.